Количество комбинаций, поэтому позиционное нападение может себя... Брагин является одним из самых стабильных игроков своей команды. Однако... Вот фридзон! Как же хорош Виталий Валерьевич в отборе и не получается забить самому. Появляется молодая энергия для защиты в этой атаке. Ну а вес на Хэма проходит! Фридзон с получения проходит в лицевую. Еще одна скидка на Зубкова. Андрей, две подряд. Фриочка. Он для себя набирает. Эртель по сирену запускает. Три. И залетает. Профессиональный клуб в его карьере. Это самый старт профессиональной карьеры Трента Фрейзера. И какая скидка шикарная сейчас проходит. Пока Зенит снова отзащищался. Калеб Холмсли до конца проходит. И менее яркой. Подбор нападения остается за Зенитом. Фрейзер прорывается под кольцо. Мяч доходит до Торопова. Вновь удачная защита ЦСКА. Каспер Уэйр. Ха-ха, куда же ты, Каспер? Очень и очень результативно. 8-7. Лидирует Зенит, а вот тот самый момент, когда Клименко там еще чуть Эртеля не затоптал под кольцом из трех у ЦСКА. Эртель на Фрейзера, Фрейзер еще одна, три туда! Перекрывает пути. Эртель против Милутинова, скидка на Зубкова, Зуб! Пятая трешка! ЦСКА и всего лишь шесть баскетболисты Зенита. Трент Фрейзер из-за дуги! Холмсли на площадке у Зенита. Зубкова грузят вниз. Зубков против Остапковича. Будет толкаться. Есть возможность. Правый крюк. Зубков. Не получилось добавить. Однако подбор за Зенитом. Клименко в воздух поднимает Милутинову. И...